Вопрос 104. Первая книга, первый том «Открытым оком». Можете ли вы высказать свое мнение о миссионерстве? Как вы к нему относитесь? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Миссионер – французское слово «посылка», «поручение». Лицо, занимающееся распространением религии среди населения с иным вероисповеданием. Миссионерство крайне необходимо, чтобы исполнить прямое поручение Христа. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Титу 1.11. Каковым должно заграждать уста? Они развращают целые домы, уча чему не должно, из постыдной корости. Православие забыло это слово, как слово диакониса, как крещение Духом Святым и огнем. Этим усиленно занимаются католики и сектанты разных видов и калибров. Смешно читать выступления депутатов в поддержку усилий РПЦ по защите территории России от духовной экспансии Римо-католической церкви и представителей партии и общественных организаций. Алтайская миссия, 4 номер, 111-2002 год, страница 4. Это и есть патриархийное, в кавычках, миссионерство, которое звучит очень просто и солдафонски, топорно и прямолинейно. Дайте нам власть, помогите нам, и мы им покажем Кузькину мать, как говорил Хрущев. Чтобы миссионерствовать, нужно совсем немного. Любить Бога, любить Библию. Изучить ее почти наизусть, каноны и творения святых отцов православной церкви, около 300 томов, жития святых, 12 томов, и практическая работа лет 25. И тогда получится миссионер. Когда католики готовят к нам своих миссионеров-эмиссаров, то они проходят у них так, такую выучку, что вряд ли вложишь в наши 2-3 университета. Смотри наш материал к истинному православию, главу «Человекоубийство и ложь Ватикана». Да, мне Бог дал счастье, как бы от самого рождения духовного быть миссионером и видеть плоды этих встреч, бесед с еретиками. Перешедшие от них в православие служат сейчас священниками. Они добрые, совестливые, не пьяницы. Я могу сказать вместе с Давидом, Псалом 17, 45 по 49 стихи. «По одному слуху о мне повинуются мне, иноплеменники ласкательствуют предо мною. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня». Можно прочитать 105-й даже, хорошо бы было, тут пропуск большой будет. Он коротенький.